И в красный угол октагона вызывается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Узербаев Рустам! Assalomu alaykum. Ismim Usirbayev Rustam, yoshim 25 ta. Toshkent viloyatining Nurobod shahridanman. Hozirda yarim yildan beri Piter ishlayman. Piterda shahardan tashqarida zavodda ishlayman. Sportni sambo, voleybol, sambo, boks turlari bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelaman. Sherlar jangi R3 Fighting organizatsiyasini Instagram tarmoqlarida ko'rib qolib, qatnashish niyatini bildirdim. Video obrazhenie jo'natishimni so'radi. Video obrazhenie jo'natdim. Vaznlarimni, bo'ylarimni jo'natdim. Xudo xolasa mana turnirga olindik. Endi faqat g'alaba va g'alaba. Sapernigimni odborochniy turda ko'rdim. Undan keyin ko'rganim yo'q. Bu haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Sapernikiga ham omad tilayman. Faqat kuchlilar g'alaba qozonsin. Hammaga omad, sherlar vpered. Рустам! Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас на YouTube проекте Львиная битва. Сегодня второй отборочный этап. Вас ожидают 33 жарких бескомпромиссных боя, в которых молодые, перспективные бойцы проявят свой боевой дух, свой характер, покажут свой уровень. Для них это огромная честь, огромный шанс проявить себя. И первым у нас в октагон выходит Рустам Усербаев из Узбекистана. Это наилегчайшая весовая категория, до 58 килограмм. 25 лет парню, 163 рост. Профессиональный дебют, как и для многих сегодняшних участников. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondanman. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan 98-yilman. Ismim Haytboy, familiyam Eshboyev. Vaznim 57 kilo, bo'yim 1.60. Moskvaga 2018-yil chiqqanman. Hozirda ishlash joyim Moskovskiy oblast Ximkida, mebelni sexda ishlayman. Rustam Rahmonovning Instagram sahifasida shu sherlar jangini ko'rib qoldim. O'shanga qiziqib, o'shanga qatnashish niyat qildim. Oldin men yoshligimdan jetkindo sport turi bilan 3 yil qatnashganman. Hozirda mana shayda shug'ullanib boraman. Sapernigimni ko'rdim, sapernigimga omad. Xudo xolasa chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Но его соперником станет Эшбоев Хаитбой, также из Узбекистана. 22 года ему, вес также 58 килограмм, 160 сантиметров роста. Бойцы попадают по предварительным заявкам, проходят специальный кастинг и только после этого попадают в клетку. Боец из красного угла, он представляет Узбекистан, из города Ташкент. Ему 25 лет,
вес 58 килограмм, рост 163 сантиметра. Это его профессиональный дебют. Встречайте, Озербаев Рустам! А его соперником в синем углу станет также представитель Узбекистана из города Сирдаря. Его возраст 22 года, вес 58 килограмм, рост 160 сантиметров. Это также его дебют. Встречайте, Эшбоев Хаитбай! Итак, судья, рефери в клетке, Владимир Бала. Только руками в голову. Внимательно. 30 секунд. Коленом и локтем, головой в партере можно бить по корпусу и ногам. За сетку не хватает. Покажите красивый бой. Ну что ж, последнее наставление от рефери. Рустам Усербаев против Хаитбоя Эшбаева. Бой! И поединок начинается. Львиная битва стартовала. Начинается разведка боем, пока без особых активных действий. Попытка удара с разворота ногой, но было видно издалека ее. И пошел вперед Рустам с отличными ударами, прижимает он своего соперника к сетке. Пытается перевести в партер, но Хаитбой удерживается на ногах. Пытался сделать контрприем, не получилось. И вот сейчас для Рустама отличная позиция, доминирующая. Переходит он в маунт. Если сейчас Хаитбой не сможет его повязать, то будет в очень тяжелой ситуации. Наносит мощные удары по корпусу Рустам. Пытается разорвать захват. Давай, Рустам, давай, догонься. Активнее. Из последних сил сейчас Эшбоев удерживает своего соперника. В отчаянном он положении. Стойка! Стоп! Но 30 секунд закончено, дорогие друзья. Правилами нашего проекта всего 30 секунд в партере. Это для большей зрелищности сделано. Для большей динамики. И у нас бой продолжается в стойке. Хаитбой пытается раздергать своего оппонента. Финтит, но он нарывается на мощный удар. Попадает Рустам, и это нокаут. Все, дорогие друзья, бой остановлен. И у нас есть первый победитель. Рустам Усербаев побеждает. Рустам продемонстрировал хорошую ударную технику, дорогие друзья, что первая серия загнала его соперника в угол, а вторая так и принесла ему победу. Смотрю, ты красиво бегаешься. Ну что, дорогие друзья, в этом бою, в первом раунде, на первой минуте, 30-й секунде, победа решила боец из красного угла, Усербаев Рустам! Очень-очень рад, Рустам, поздравляем его с этой победой. Ну что ж, яркое начало сегодняшнего турнира, дорогие друзья. Это было очень важно, чтобы первые бойцы, прям так сказать, зажгли. И это им удалось. Будем. Будем надеяться, что их поддержат и остальные ребята. Ну что, Рустам, я хочу тебя поздравить с уверенной победой. Расскажи вообще в краткости. Это был такой план, да? Быстро закончить бой, не дать шанса. Всем ассаламу алейкум. Спасибо тем, кто поддерживал, тем, кто отбродировали. Всем ассаламу алейкум. Во фурсаттан файдаланып, биринчи орунда мачу турнирди организаторларга, Рустам Рахмановга рахмат айтмоқчиман. Хамма-хамма спонсорларга рахмат айтмоқчиман. Яш спортсменларни қўллаб-квотлаётганлари учун рахмат. Яна фурсаттан файдаланып, Нуроботга салом айтмоқчиман шаҳарчамга. Юттам. Ассаламу алейкум. Ну что, я переведу. Благодарю всех за поддержку. Болейте за нас. Следите за нашими выпусками. И покажу еще новые зрелищные крутые бои. Я не ошибся.
Ну что ж, первый победитель у нас известен, Рустам Усербаев. Яркий бой, зажигательная речь. Ну-ка, бой, как-то не делалось.